пунктире регионального отделения ДСАФ состоялись областные соревнования по пулевой стрельбе в памяти заслуженного тренера России Яна Айдензона. Знаменитый наставник подготовил несколько десятков высококлассных спортсменов, чемпионов мира, Европы, призеров Олимпийских игр. Ян Александрович – это человек, который оставил огромный след в развитии стрелкового спорта в Омской области. Его вклад трудно переоценить. И сегодня очень приятно, что соревнования проходят в его честь. И действительно, стрельба в Омске – это, наверное, один из самых успешных видов спорта, который развивается. Ивана Колесника поддержал главный судья соревнований Дмитрий Лыкин. Чемпион мира, призер Олимпийских игр, выходил на старт и побеждал в турнире памяти Яна Айдензона более десятка раз. Особенность соревнований – это памяти нашего замечательного тренера. Я его воспитанник. Очень многие спортсмены наши со званиями, которые он воспитал в свое время. И звезды есть, и звездочки подрастают, и каждый год появляются. Из этого всего тира вырастает олимпийский чемпион. Как говорится, работаем. 54 спортсмена соперничали в 18 номинациях. В соревнованиях у женщин по две золотые медали завоевали Анна Минеева и Самира Еликпаева. Екатерина Чеканова выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 60 метров. Елизавета Храминок показала лучший результат на дистанции в 40 метров. У нас один секрет. Мушку видишь и аккуратно работаешь пальцем, поэтому здесь много каких-то деталей трудно раскрыть. Просто нужно каждый раз отрабатывать это лучше и лучше. В состязании мужчин отличился Кирилл Полоцкий. Спортсмен победил в трех упражнениях. Две награды высшей пробы выиграл Ильяс Назыров. Золото в стрельбе по движущейся мишени с 40 метров завоевал сын знаменитого тренера Яна Айдензон-младший.